Парамхемческое лесничество. Лесники Тувы по случаю 70-летия отрасли получили в подарок новенькие мотоциклы. Они были приобретены за счет средств республиканского бюджета. Техника доставлена прямиком с завода-производителя, город Барнаул. 14 мотоциклов марки Racer RC 110 трофей обошлись в 520 тысяч рублей и один квадроцикл марки Stealth с производства Жуковского мотовелозавода 349 тысяч рублей. Эта техника облегчит труд лесников, которые ежедневно проводят рейды и патрулирование вверенных им территорий. Мы купили в данном случае мототехнику с целью того, чтобы вы были более мобильны и действенны в вопросах профилактики пожарных, лесных пожаров, преступлений по поводу лесных насаждений, леса. Поэтому, конечно же, очень бы хотелось, чтобы лесные инспекторы, они были вездесущи. Ключи получили отличившиеся сотрудники лесоохраны, имеющие большой стаж работы и активно пресекавшие действия нарушителей лесного законодательства. После торжественной церемонии передачи ключей Шалбан Корол лично испытал новую технику. Сегодня в Туве действует два лесных пожара в Таджинском районе. Ежедневно идет патрулирование пожароопасных территорий на технике Госкомлеса Тувы. Сегодня в его распоряжении два вертолета Ми-8 и Ми-2, два самолета Ан-2 и теперь еще 15 мотоциклов. Помимо того, что мы занимаемся федеральным надзором в лесах за соблюдением лесного законодательства, у нас мы проводим все профилактические мероприятия, это по предупреждению по пожарной безопасности. И основной упор у нас сейчас идет это. Мы занимаемся, очень большое внимание уделяется это лесовосстановлению. В республике как искусственное лесовосстановление, то есть проводится посадка лесных культур. С каждым годом мы сейчас наращиваем уже темпы. Если позапрошлом году было 300 гектар, нынче мы уже сами посадили уже 350 гектар. По инициативе Госкомлеса Тувы 5 июня в республике продлен особый противопожарный режим. В связи с прогнозами жаркой сухой погоды на июнь действует запретом посещения населения лесных массивов. РС «Мангуш», Алексей Филиппов, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».